Всем привет! Сегодня у меня в гостях моя подруга Лена, и я решила, что нам надо снять видео вместе, поэтому мы сегодня будем делать Лене макияж, но не обычный макияж, я буду делать его с закрытыми глазами, вернее, с завязанными глазами. Если вам интересно, что у меня получится, то, конечно же, продолжайте смотреть. Сейчас я одену вот такую повязку на глаза, косметика находится у меня здесь рядом, я ее буду искать на ощупь и, в принципе, все делать на ощупь, поэтому давайте, в общем-то, приступать. Натяни мне эти глаза. Да, сейчас я их хотела. Нормально? Да. Первое, что нам нужно, это тон. А, вот это похоже. Так, ты мне не подсказывай, а вот это на консилер. Сейчас, вот это тон. О. Так. Блин, нет. Ничего нет. Ладно. О, что будет? Я чувствую, что я дала себе лучшее мнение. Так, подожди. Так, тихо. Все будет хорошо. С тобой работает профессионал. Ну, будет немножко у тебя маска на лице. Я, кстати, буду стараться делать макияж нормально. Поэтому мы сейчас все растушим. Не брить. Ты вам глаза прикрывай, чтобы их не выколоть. Дальше мы будем делать... Что попадется у нас тут? Давай бронзер. Палетку. Уже? А что? А ты не надо? Так сначала бронзер, потом тур. Да. Я так делаю. Так. Тут дырка, значит, такая. Надо ждать усесться тону перед тем, как его пудрить. Вот он. Так. Не знаю, сколько я выбираю, но чувствую, как всегда. Так. Скулы. Она повернула лицо. Так, все будет хорошо. У меня немножко высоковато. Наверное. Так, ухо вот. Вот это линейка. Я надеюсь, я не румяна все. Ой. Это мы не румяна? Достаточно румяная. Так, это если я вот так держала здесь бронзер, то это я вот это убрала, вот это. О, блин, оно же там самое ядрёное. Самое симпатичное. Как раз для моего цвета кожи. Ничего, ничего. Чуть-чуть румянца добавим. Ну,
Так, все, теперь всю эту красоту нам нужно закрепить пудрой, однозначно. Это твоя, да? Тут нет. Есть. Что? А, это дырки, такой это нет. Пуховки нет. Пуховки нет. Тут пудра сама есть, да? Жирноватый слой получился. А ты все лицо прикладываешь? Ну почти. Ой, а мы консилер под глаза не нанесли. Еще не поздно. Еще не поздно, да? Так. Вот тут у меня что-то есть. Наверное, тебе хватит. Наверное, лучше держи их закрытыми. Я правильно оттенок взяла? Ты как-то их мешаешь или они одинакового цвета? Вначале посветлее. Вот это посветлее? Или вот это? Не знаю. Подожди, я все помню. Побольше там был большой и поменьше. Большой вроде посветлее. Так, ладно, сначала расчешем тебе головки. Так, Ой. Вычищем тебе всю Мишу оттуда. Мне кажется, это не получится. Вечерело. Не вычесывали Мишу. Так, вот этот, наверное, потемнее, вот этот посветлее. Сейчас вот палкой будет. Да это невозможно вообще. Я, по-моему, брови и так были красивые. Зачем мне вторая? Мишу вычесать надо было и все. И в Аркадию. Тебя там примут. Брови у нас есть, мы лицо запудрили, теперь глаза. Да, правильно. Вот это самое сложное, понимать, сколько он вообще выливается. Ой, теперь, по-моему, много. Ну тут я их все знаю. Это первый брычин. Дальше все. Макияж, один цвет, плюс карандаш. Сначала мажешь, а потом понимаешь, что не там мазал. Давай я сейчас карандаш подтушую. Здесь такая кисточка. Нет, это для губ. Да, это нормально.
нам нужен, наверное, ну, можно крип взять в самом конце. Так. Весь секрет в том, чтобы хорошо распушевать. Нет, в данном случае весь секрет в том, чтобы нанести в правильное место. Так я правильная, ну вот же у тебя косточка. Конечно. Я все? Не умничай. О, блин. Черт. Давай, наверное, знаешь, как сделаем? Ой, сейчас, подожди. Я, наверное, так чуть-чуть кончики тебе покрою. А ты вырезал эту кисточку очень большую. Я даже трогать не хочу. Ой! Так, и помада. Она вообще поточена? Цвет вообще крутой, слушай. Тебе хватит, да? Угу. Так. А контур что-нибудь? Ты еще хочешь контур? Сейчас я тебе такой контур нарисую. Так, открывай, наверное. Если я попаду на зубы, то я дико извиняюсь. Итак. Сделала? Угу. Да ничего мне не получается. Стой. Ладно, губы уже надо докрасить. Что это такое? Крышку. Ну все, наверное, да? Мы что-то еще забыли сделать? Вроде бы. Мастер. Все вроде сделали. Что, снимать повязку? Момент истины. Сейчас, глаза привыкнут. Ой, у меня, по-моему, тоже все размазалось вот этот вязку. Ну что, они все так плохо, как я себе думала. Ну там, конечно, великолепно. Румяшки как тебе. Так подожди, их не видно ничего вообще. Когда не видно. Ну где? Ну нету там прям так же сильно. Я уже думала, ты вся красная. Было такое ощущение, именно такое. Мне хоть посмотреть. Смотри, как круто брови я сделала. Подводку. Видишь, не твоя поток. Ну, чуть-чуть ошиблась. Да. Ну, губы лучше тоже нормально. Не, ну, по-моему, я вообще супер все сделала. Да, можно идти гулять, вообще ужас. Ну, вот и все. Вот такой вот макияж у меня получился. Надеюсь, он вам нравится так же, как и он мне нравится. Как тебе? Мне тоже. Не забудьте подписаться перед тем, как уйдете. Поставьте нам пальцы вверх. И до встречи в следующих видео. Пока. Прощаюсь. Пока.